Ей присвоить крупные университеты Европы. Открывает концерт «Романс для альта» с оркестром Макса Бруха. Уважаемые дамы и господа, убедительно просим вас на время концерта отключить мобильный телефон. Макс Брух. «Романс для альта» с оркестром. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Дирижер Александр Разумов, Минск. Солистка, заслуженная артистка Республики Башкортостан, лауреат международных конкурсов Айгуль Муратова. Первое исполнение в Уфе. Thank you.
Слушай, Тюша.